Готовлю кушать я ужин. Вот такую штучку, овощную рагу сейчас будем готовить. Вот. Пирог Дима покушает. Дима, не трогай. Вот, и тут у меня салат еще вчерашний, маслица, бутерброд с маслом Дима покушает. Да, 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 да. Да, скажи привет всем мои подписчики. Да, да. Ай-яй-яй. Давай, какой радостный. Залазим. Сейчас мы ее с вами откроем. Так, ну вот я ее открыла. Конечно, все совершенно другое, чем я ожидала. Что-то там вижу я морковка в основном, что-то помидорка или перчик это, наверное. Что-то желтое, непонятно чем. Конечно, нарисовано все такое кубиками, все такое красивое. В жизни, конечно, тут все совсем другое. Решила прочесть состав. Сейчас мы его с вами поищем. Где тут способ применения? Заправка для... это заправка для супа. Тогда все понятно. А я еще думаю, зачем там бульон нужен? Ну вот, в принципе, состав. Лук, баклажан, кабачок, морковка. Дима, ты что там делаешь? Так, перчик и помидоры. Ну да, перчик, в принципе, морковка виден. Лук, наверное, помидорка, не знаю. Так, это заправка. А мы ее хотим просто сварить с Димочкой. И просто покушать ее вместе с кашкой. Хотели мы ее еще вчера, но вчера у нас не было воды целый день. Была только кипящая, горячая только шла. Вот. И поэтому мы решили ее сварить сегодня вечером. Ты нашел половник, да? Половник. Мама им готовит блинчики, да? Наливает блинчики на сковородочку. Да-да-да. Да-да-да. Блинчики на сковородочку. Да. Ой, аккуратно. Вот так это выглядит. Да, и Дима тут ее обдувает. Обдувай, обдувай. Вот, вот, вот как он ее обдувает. Она такая горячая. Аж прям пар идет. Вот так она получилась. Приближу. Такие вот кубиками. В принципе, да. Какой-то здесь помидор непонятный. Вот, вместе с кашей, конечно, будет лучше, если это с рисом вместе. Или потушить. Да, потушить, пожарить, да, Дим? Было бы, конечно, так лучше. Дима пока ждет, строит тут. Да? Да. Идем. Дима строит. Дима строитель. Скажи, я буду строить большие дома. Что, мокрая? Так-то. Вот такие у нас получились. Баклажан, кстати, там есть, но их очень мало. Сейчас у нас стынет. И Димочка будет кушать. Да, Димулька? Да? Скажи, алло. Блин, прикладывается кирпич, как телефон. Алло. Алло, алло, Дима, алло. Алло? Алло? Скажи, алло? Алло? Алло, алло? Сына, алло? Иногда говорит он, а иногда нет, да?
Мальчики мои, ой, как вы подтягиваетесь. Ой, какие занятия. Ой, как день просыпается. Ой, тетя. Ой, тетя, как он просыпается. Ой, тетя. А ты что, там сегодня обои на новый драл? Нет? Рыта еще висит. Что-то звуки такие прям, я помню, что были. Она висит давно. Ты ее еще пытался отодрать, что ли? А, мелкие. Мелкие. Вон она на столе лежит. Да, Дима делает ремонт до сих пор, да. Уже лето, а он все ремонт делает. Ой! Палка. Вставляй ее обратно. Это у нас палка вот здесь вот. Дырочка, и должна была быть такая с этой стороны, вот она, загогулинка, которую держит. Но Дима ее одну уже снял, да? Одну снял каким-то образом, непонятно. И вторую вот пока еще не снял. Вторую еще хочу снять собак. Вторую собак хочу снять, но хотела, чтобы он не видел, что я отвертку снимаю. И как я это делаю. И то развесит всю кроватку. Да? Ой, ой, скачет. Скачет веселый какой. Скачет веселый лохматый. Ой. Мы оделись, скажи. У нас холодно. Холодно у нас, скажи. Мама только на балкон поставила кактус. Да, было тепло, я с утра поставила. И на следующий день... Что у нас на следующий день случилось? Что, голова уже грязная, что ли? На следующий день у нас уже холодрик. Пришлось кактусы все заносить обратно. И второй день у нас холод. Мы никуда не выходим, да? Хотели пойти в магазин, вчера. А у нас было холодно. А лошадка-то каким образом у тебя упала? Я вообще не слышала. Давай поставь лошадку твою. Вот именно поэтому я все игрушки у Димы из комнаты убираю, потому что вот он бросает их, кидает, поднимает. Вот. Видите, да, комната абсолютно пустая. Все игрушки, соответственно, у меня в комнате. Вот они все стоят, потому что если их тут там все оставят, он полезет в эту корзину, начнет оттуда доставать, то есть он спать не будет, пока, не знаю, несколько часов. Пока сам не уснет, потом с утра рано встанет, опять начнет доставать, бросать все это, швырять тут вот сколько вот у него игрушек. Вот. И также у нас на балкон переехал. Там еще коробка у нас. Столик вон он. И стульчик, потому что он их тоже бросает. Ой, холодно как. Еще вчера более-менее было. Потому что он их швыряет, они падают. И я боюсь просто, что они сломаются. Поэтому они пока что тут. Зиме еще пока не особо прям таки нужны. Если он сидит, то сидит у меня за столом. У меня на коленках мы что-то вместе делаем. Ой, как холодно, блин. Вообще. Там дождь, вон прошел уже. Вчера был дождь, сегодня дождь. Только именно прям дождь. Ладно, дождик. Вот. О, смотрите, уже плоды выросли. Красота какая. Уже с цветочка. Были цветочки, помните, снимали мы. Уже плоды. Хороший здесь двор. Здесь вот прям окна выходят очень тихо. Дороги почти не слышно. Кстати, даже трамвайной линии вообще не слыхать. С моей стороны, если открыть окно, то будет слышно, как трамвай едет. Там ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду поехал. Вот. Нет, не в курточках что-то ходит народ вроде. Женщина пошла. Да, такая у нас погода. Что там Дима делает? Веселый. Что ты делаешь? Что ты делаешь, зайка? Ой, кривляется на камеру. Кривляга. Ой, кривляшка. Пойдем кушать с тобой сейчас. Мама уже все приготовила. Да? Кушать пойдем, да? Okay.
Ай-яй-яй-яй-яй.